голубчики из молодой капусты. У меня молодая капуста, залила горячей водой, минутки две кипячу, обрезаю вот так потом листики. Смотрю, если готово, я уже немножко стали мягкие, я вытаскиваю. Готовлю зажарку. Обжариваю лучок до полуготовности, отправляю к луку морковку. Перемешиваю и готовлю до готовности овощей. Соединяю фарш с рисом и с зажаркой. Солю и перчу по вкусу. Пробую на соль, на перец, и наша начинка готова. Теперь готовлю подливку. Обжариваю лук. Полуготовому луку отправляю морковку. Перемешиваю и готовлю до готовности. Добавляю помидорки, добавляю томатную пасту и перемешиваю. Помидоры готовые, добавляю воду. Теперь соль, перец, специи, все по вкусу. 3 лавровых листика. Все добавляю в меру. Добавлю немного куркумы. Душистый перец горошком. Сахара по вкусу, если помидоры кислые. Тушу минуты 3. Если чего-то не хватает, добавляю. Листики капусты корректирую. Лишние вот хвостики здесь обрезаю. И горбинку. Вот так срезаю аккуратно, чтобы плоская была. На дно стелю листики. Так, аккуратненько. Так, все поправляю, закручиваю, чтобы не разорвать листик. И начинаю вот здесь уголки заправлять. И с этой стороны. Заливаю подливкой. Ой, подливка такая шикарная. Я вот так делаю. Так немножечко. Между голубцами, чтобы попало. Чтобы жидкость была везде. Отправляю в духовочку. Голубчики отлично приготовились. Сочные. Голубчик готов. Все вкусненько, все готово.